снова здравствуйте. Сегодня хочу рассказать вам про хваты в технике скан, вторая часть. Немножко детально углубимся в этот момент и разберем его, порассуждаем. Смотрите, изначально хочу сказать, что скаф — это техника, которая позволяет метать различные предметы и ножи независимо от конкретных условий или границ. А именно, мы независимо от расстояния, в котором мы метаем, мы независимо от ножа, которого или предмета, которого мы метаем, от хвата или баланс, да, в этом предмете. Мы вообще не обращаем на это внимания, нам на это все равно. И в самом хвате у нас тоже нет определенных границ. Знаете, когда мне задают вопрос: Оля, какой правильный хват? Я вам скажу только, я вам дам только один ответ на этот вопрос. Правильный хват тот, который удобный. Если нож лежит удобно в руке, это достаточно для того, чтобы нож полетел у вас хорошо. Но так как мы все физиологически абсолютно разные, да, для каждого удобно тоже будет по-разному. Допустим, на примере полоборота, да, кому-то удобно взять за кончик, кому-то поглубже, кто-то вообще за серединку берет, да. И в любом случае, удобно вам или неудобно, при правильном применении техники нож всегда у вас полетит. Но рекомендую, конечно, работать в неудобном положении, чтобы развить больше чувствительности. А когда вам уже все будет подаваться конкретно, хорошо, то и в удобном положении у вас тоже будет лететь просто замечательно. Давайте возьмем на примере полоборота за серединочку. Нож замечательно летит. Возьмем прям за кончик ножа. И нож тоже летит. Представляете? Допустим, возьмем с вами без оборота. Да, просто должны почувствовать, где вам более удобно, где вы больше чувствуете ножичек, и метать в этом положении. Рассмотрим хват 4 пальца. Обожаю этот хват. Он применяется не только на острых и кухонных ножах, хотя там на самом деле он играет очень замечательно, момент деформации там классно чувствуется. Ну и на различные предметы он тоже применяется. Его можно видоизменять так, как вам удобно, да, можно сделать его стандартно, можно взять его за кончик, можно чуть поглубже, можно его сделать щипковым хватом, можно прям за двумя пальчиками взять. Сейчас я вам продемонстрирую этот обычный хват, 4 пальца. И, допустим, прям смотрите, щепковый хватик. Прям смотрите, вот прям его за кончик раз щепнули. И замечательно у вас все летит. И осталось нам продемонстрировать вам обратный хват. Можно взять его за серединочку. Либо прям совсем за кончик, за ножны взяли, вытащили. И за кончик у нас он полетел. Ну, я надеюсь, что вам стало более понятно, более интересно. Но если все-таки у вас остались какие-то вопросы про хваты, я с удовольствием отвечу на них. Спасибо за внимание. Всем пока.